26 и 27 ноября Омскую область с рабочим визитом посетил заместитель министра спорта Российской Федерации Адес Байсултанов. Он провел совещание по развитию физической культуры и спорта в Сибирском федеральном округе, в котором приняли участие представители региональных правительственных структур и спортивных ведомств. В ходе работы был принят ряд перспективных решений. Так, Адес Байсултанов поддержал инициативу министра спорта Омской области Дмитрия Крикоренца о проведении всероссийских сельских летних спортивных игр в поселке Ростовка. Кроме того, между правительством Омской области и Министерством спорта России было подписано соглашение об организации антидопинговой работы. Мне хотелось рекомендовать руководителям региональных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Далее работа продолжилась в тесном, контакте с Министерством спорта Российской Федерации. На самом деле, уверенно говорю, Министерство спорта готово во всех отношениях идти навстречу максимально. Надеюсь, что в дальнейшем у нас диалог будет достаточно открытый, и мы с обеих сторон будем стараться друг другу помочь, чтобы мы могли правильно развивать спорт России. В продолжение визита Адес Байсултанов вместе с министром спорта Омской области Дмитрием Крикоренцем осмотрел ряд спортивных объектов региона. Гость познакомился с материальной базой «Сибгувка» и училища Олимпийского резерва. Побывал на строительной площадке «Арена Омск», составил полное представление о работе хоккейной академии «Авангарда» и посетил второй турнир бойцовского промоушена «Шлеменко Файтинг Чемпионшип». Здесь шикарная спортивная инфраструктура. Мы посетили достаточно объектов, которые строятся. Надо дать должное, скажем так, вперед здесь смотрят. И задача, чтобы максимально задействовать все ресурсы для того, чтобы молодежь Омской и Омской области могла достойно заниматься и представлять и страну, и Омскую область. Здесь все условия сделаны. На самом деле очень приятно. Адес Байсултанов и Александр Шлеменко вручили приз победителю главного боя турнира, в котором спортсмен команды «Шторм» Шлеменко Fight Team Александр Подмарев взял верх над бразильским бойцом Алисоном Висенте.